У эвкалипта есть спасительное для курорта свойство. Корневая система дерева настолько мощная, что она как губка всасывает воду из почвы. Взрослый эвкалипт забирает до 400 литров влаги в сутки. И растет дерево быстрыми темпами до 1,5 метра в год. В свое время здесь был ссыльный район, и здесь малярия косила. И благодаря вот этим эвкалиптам, которые в свое время было правительством внесено, чтобы они высаживали и осушали болото. И благодаря этому наш сегодняшний город Сочи, и Адлер в том числе, стал краше и суше. Неудивительно, почему было принято решение высаживать именно эвкалипты. Деревья спасают курорт и сейчас, в апреле этого года, когда во всем мире начали вести борьбу с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. Профилактическая работа началась и в Сочи. Первым этапом стало выращивание рыбки гамбузии. Второй этап – озеленение и высадка эвкалипта – пришелся ко дню города. Эта акция «Посади дерево», она превратилась не в акцию, а в целое событие для нашего округа. Вот мы решили показать не только эту акцию, но и преемственность поколений. И привлекли к этому мероприятию школу, совет ветеранов, население. К акции «Посади дерево» присоединились и ученики 66-й молдовской школы. Для меня это очень большая честь, так как мы показываем будущему поколению, то, что надо следить за своим городом и озеленять его. В целом в селе Молдовка высадят 52 молодых эвкалипта. Ко дню города здесь также укоренят фруктовые деревья. Места для них уже определены. Кстати, акция по озеленению пройдет по всему курорту. Планируется, что участие в ней примет каждый житель Сочи. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.